В Аймеконском районе прошли отчеты правительства перед населением. Какие вопросы поднимали жители в материале Светланы Поцелуевой? Жители села Очугей порадовало включение в протокол начала строительства в этом году малокомплектной школы. Жители всех сел уже не впервые поднимают вопрос приобретения для больницы рентгенаппарата и отсутствия в районе узких специалистов, таких как онколог, окулист, невропатолог. А в селе хотелось бы иметь и педиатра. На некоторые вопросы ответы прозвучали сразу. Но я в декабре месяце лежала со своим малышом в больнице. Я покупала, включая до шприца, свои лекарства сама. Вопрос меня, конечно, удивил, потому что мы делаем все возможное, закупаем все необходимые лекарственные средства согласно стандартам лечения, протоколам. Поэтому я разберусь, конечно. Если соответствует действительности вопрос, то, конечно, я приму меры. Жители села Аймекон занимаются заготовкой дров для хозяйственных нужд с 1931 года и уже давно ощущают нехватку дров. Кроме того, старая котельная не справляется с возросшей нагрузкой. Акционерное общество «Теплоэнергосервис» планирует построить новую котельную к осени 2019 года. Значит, в этом году мы проводим проектно-изыскательские работы, будут проводиться торги по выбору именно проектантов. То есть будет разработан проект в этом году. В следующем году мы начнем приобретение оборудования. 2019 год в летний период будет построено, и в сентябре месяце, согласно требованиям, будет запущена в работу новая механизированная котельная в селе Аймекон. Аймеконцы очень надеются, что оборудование для новой котельной будет завозиться по отремонтированной дороге. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, НВК Саха, Аймеконский волос.